Chess.com is here with the challenger again, Grandmaster Jan Nepomniachtchi, who drew in Game 5. You've now tried three different approaches against the Spanish. Is there any level of frustration or anything like that setting in? No, I mean, it's almost impossible, yeah, to break Spanish easily, yes. But overall, I'm pretty satisfied with what I got out of opening because despite the advantage was, you know, sort of a fading, slowly fading, but I believe it's quite unpleasant to perform here as black, because you get a symmetrical position like few tempi down, and I mean it's very solid, but it can easily become like much worse. And I guess, yeah, I had a nice pressure, but probably I chose the wrong plan in the moment after, let's say, queen e8, maybe c4, c5 was a fine idea, but somehow I thought like this bishop a4 is quite smart. And then, okay, I was also aiming for some knight f5 queen c1 idea, but I couldn't make it work in my calculations, in my lines. So I ended up playing this endgame, but the endgame is, objectively, it's foldable. If somebody had told you going into the match that you'd be tied after five games, would you have been pretty pleased with that pre-match? Well, I mean, it's quite a sensible result, I believe, yeah, but you know, I always take it like one by one, so I didn't make any predictions for myself. So, there, and finally, there's a lot of public talk in the press conference before the first rest day about Magnus's sporting accomplishments. We didn't talk as much about yours. What sport would you absolutely know you could beat Magnus in? Okay, probably this is esports, yeah. but apart from this, I guess I recently improved quite a bit in basketball. Fair enough. Well, if Dota becomes a tie break, I think you're the favorite. Who knows? I guess at least previously, Magnus was also following pro Dota scene quite closely. Thanks for your time. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров, и сегодня специально для Chess.com.ru мы говорим о пятой партии матча на первенство мира между Магнусом Карлсоном и Яном Непомничем. Наш претендент имел белый цвет в этой партии и был, безусловно, настроен решительно. Но как сложилась партия, давайте с вами к этому как раз и перейдем. Поехали. Итак, опять-таки была испанские построения, испанские страсти, настоящая коррида после классической уже таби. Очевидно, что эта таби у нас на целый матч нацелена. Ян решил повторить сценарий третьей партии, однако Магнус его, не сказать, чтобы удивил, но решил выбрать более такой академичный ход, ладья b8, в отличие от более таких острых продолжений, как b4 или как слон b7, который он применял в третьей партии. И после аб, Ян сыграл h3, в общем-то, одно из возможных продолжений. Так или иначе, часто здесь пересекаются дороги и так называемые перестановки происходят. Сводится все обычно к одним и тем же построениям. d6, c3, b4. Я могу сказать одно, что Магнус очень здорово, конечно, готов по дебютам. И испанское, конечно, у него стоит очень надежно. И пока вот на данный момент не удается Яну все-таки его зацепить. И сыграв d5, очень четкий ход по центру, Магнус показал, что, в общем-то, он готов к этой схватке. То есть в этом случае, если белые забирали бы на d5 и забирали бы на e5, у черных бы появлялись ресурсы, связанные с возможными продолжениями типа слон e6, скажем. И после этого черный слон готов вырваться на f6. Очень сильное давление на пешку c3, а если играть d4, то, конечно, уже следуют сразу же удары. Мы видим здесь компенсация уже в пользу черных, естественно. Поэтому белые так не сыграли, сыграли конь d2, и после разменов массовых позиция, в принципе, получилась в пользу Яна, то есть Ян получил небольшой плюс, который оказался достаточно неприятным в какой-то момент. Сейчас мы этот момент разберем. И Магнус, скажем так, несколько пассивно, конечно, играл. Тем не менее, вот посмотрим, что же ему удалось сделать. Ферзь c2, h6, конь f1. Все пока очень чинно и благородно. Конь отправляется на возможные поля g3 либо e3.
Ну и, соответственно, Магнус тоже отправляет своего коня с c6, так как он был ограничен. Конь g3, конь g6, слон g3, ферзь e8. Ну, это, пожалуй, вот это самая главная позиция сегодняшнего дня, сегодняшней партии, которую мы разбираем. И здесь Ян допустил серьезную неточность, как говорится, сомнительный ход. Я бы даже сказал, наверное, ход просто-напросто, который явился неудачным. Здесь был момент как раз-таки для захвата вот этого вот преимущества, которое, в общем-то, был возможен после хода c4. Вот такой ход белые могли сделать с идеей в дальнейшем эту пешку поставить на c5 и сковать черных по полной программе. В этом случае положение слона d6 достаточно шаткое, потому как либо черным приходится играть c5, блокировать движение пешки c. В этом случае слон перебирается через а4 на более активную позицию, скажем, на b5. И мы видим, что инициатива все-таки в руках белых достаточно длительная, долгосрочная. Также, если черные играли бы слон b4, теперь в этом случае уже белый бы ладья остановился на d1, c5, и слон несколько в ауте в этом случае. Ну и белые могут, к примеру, пытаться переводить фигуры там конь e1, конь d3, нападать на пешку c5, нападать на слона. И, в общем-то, по ощущениям, эта позиция должна быть в пользу белых. Вот такой был момент, очень важный для Яна. Он, к сожалению, пропустил движение c4, сыграл ладья d1. Возможно, он хотел улучшить эту идею, но здесь черные успели перестроиться. И теперь уже c4 несколько запаздывает, потому что в случае c4 черные успевают подхватить позицию ходом ферзь c6, угрожая разменом чернопольных слонов. c5 нигде уже нельзя, слон a4 опять-таки тоже нельзя из-за давление на пешку c4. И это был очень важный момент, который, по сути дела, предопределил исход партии. После хода ладья d1 черные сыграли слон e6, слон a4, ну и после слон d7 произошли массовые размены, которые привели хоть и к пассивной, но достаточно крепкой позиции для чемпиона. Белые пытались, конечно, здесь еще навалиться на пешку d6, на поле d6, но черные очень грамотно, Магнус отбился, в общем-то, здесь никаких сверхосложнений не произошло, и уже к 40-му ходу борьба совершенно, так сказать, оказалась уже бессмысленной, и повторением ходов завершилась эта интересная партия. Ну что же, становится все меньше и меньше белых цветов, наступила зима, посмотрим, что она принесет Яну, будут ли наши болельщики ликовать или, наоборот, огорчаться. Но впереди еще много партий. Ну что ж, друзья, подписываемся на канал, следим за Chess.com.ru. До новых встреч, пока!